Привет, я Шок. И сегодня я сыграл пятым игроком в команде Insilia. Это медийный проект ютубера Рэйчел. И в течение 3 лет они пытались попасть на Шоу ТВ, и у них ничего не удавалось. И спустя 10 дней после записи этого ролика, они все-таки это сделали. Такая же была история со Steam Deck'ом. Он не продавался в течение 2 лет, и после вот этой публикации они начали продаваться вот просто везде. Они наладили свои поставки. Поэтому, если кому-то нужно выйти на Шоу ТВ, я сыграю замены, вы можете просто мне написать в личку. Недорого. Сегодня мы сыграли 2 игры. Один матч и второй праг. Что означает праг? Это 30 раундов отыгровки. Тренировки, отработки новых каких-то идей. Игра может закончиться со счетом 30-0. Никого ничего не волнует, это не обязательно выигрывать. Праг мы сыграли против самой сильной женской команды в CSGO в мире. Это Enigma Galaxy. Поэтому я уверен, вам будет интересно посмотреть, как это выглядит в команде Insilia, какой у них TeamSpeak и как же играют ребята из Enigma Galaxy. А заменять я буду игрока Hunter. Все потому, что он опорник на Б, и я тоже по совместительству такой же. Не забудьте поставить лайк под этим роликом, если вам заходит такой контентик, это очень важно. Ну а я тебе желаю приятного просмотра и, самое главное, аппетита. Погнали. Теперь каждый ролик сопровождается конкурсом, и сегодня мы разыгрываем коврик Dark Project X Cybershock. В предыдущих видео мы уже его разыгрывали, и победитель уже прислал свой фотоотчет. Поэтому мы решили сделать такую же историю. Просто нажмите на кнопку «Участвовать» и подпишитесь на наш телеграм-канал. Результаты будут в телеграме, как только выйдет новый ролик. Насчет ковриков, они пока не в продаже. Мы сейчас занимаемся большой партией, и как только мы ее подготовим, я сделаю об этом посты. Все окей. Мы просто бэшить будем брать. О, каждый раунд одно и то же, я помню. Да. 2 гвардиан. Я ставлю. Гвардиан. КТ. Да! Ну куда, 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 куда? Туда. Куда эти стримеры лил? Куда они к нам лезут в киберспорт? Так, все, можете играть втроем пода, я вам даю смок короткий. И пойду с вами тоже пода, наверное. Я бы шла. По девяткой, бил. Хорош. Найс! Идите, короче, 3 мидл, я вам дам молик багованный. Гвардиан не вижу. Сидит под... Сидит. Там же еще на... Вас забило. Бэйгрок. Да, что-то такое, ребята. Аккуратненько можем пода поиграть. А у них сейчас фулл бай, будет авик, аккуратно авик короткий. Я смотрю, можешь, кинул мне... Шок, можешь мне смок лево, да? Да, давай, кинул тебя вниз. Смок лево есть? Так, я кину молотов, гап. Кидаю флеш. Что, пойдем с тобой под Б? Давай, давай. Под Б, шок, это мидл. Я впервые на эту карту, сэр. Давай, давай, я рейди. Никого близко. У тебя плыть. Сейчас убью. Справа. Эй, да, значит у меня выйдет скрип. Работаем. Все, ласт на меня. Хорош. Ребят, я хочу быстро выйти, габ. Давай, я тебя подсаппорчу. Блин. А, они тоже. Они тоже меня пушат. Да, это вот. Нормально, работаем. Ириме, на рампе. Пошли? Пошли, короче, Никита, дашь баговым моликом, мы мидл побежим. Да, давай. Халява. Подходите ближе, я флешку там, я дам. Че, лоу. Да, блядь, хорош. Я жду ошибки. Была блифта? Ошибка есть? Не, погоди. Не, ронячка не контрится. Ронячка вообще не контрится. Короче, го еще раз бараж сделаем. Го еще раз, шок, беги. За единичка. До сих пор единичка. Убил. За сигареты. Убили сигарет. Дал флешку. А можешь вернуться там? Шикарная флешка. За Эрика. Убил вас. Да ну где это? Сейчас смогу. Да. Тут трое уже. Я под мной играю. Гениальный ванвей. Один короткий. Подальше пойдет. Да, не вижу. Она умная. Она на контроле фул пропала. 1-2. Как же он считает? 40 сек. Он знает всю раскидку на карте? Да, баба за смету. Блядь, не дочекал. Еще забайте же, я буду здесь сидеть убивать. Бараш. О, сейчас будет мясо, давай! Блять, никого не убиваешь, что за
Холд убил. Элик убил. Един сутки. Спина, спина, спина был. И ты есть. Варп, Вадим, дерни, дерни, Вадим, Вадим, дерни. Хорош. Ой-ой-ой, пипыч. Это наш раунд, это 5 раунд. О. Хорош. Туда его. Один в плане. Пипипипипил еще гэп. Да, блядь, ой, блядь, хорошо, бро. Ты не стал ее убивать, молодец. Ты что, на костре? Так, смотрите, они сейчас точно знают, что я буду их пушить с Б. Но я запушу их с медом. О-о-о. Флешку опять тебе дам, давай? Давай, делай всего вид, как будто я пуш. На Б, типа? Я падаю в ладдер. Убивать их. Направо. Блин, они все мидл, они что? Кто сливает инфу? Мидл еще два. Шикарная граната. На миду дрон. Это спокойно за. На, куда? Один. Вот, 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 вот. Знаю уже ничего ему делать. Тамик, бустани его, я Б откину. Бьет на всех. Ребята! Куда? Заединцы! Ставь бомбу! За контента, за контента! Она убил? Упал, упал. Я сейчас пикаю. Ай, она же! Я готов принимать! Что? Отличная работа, пик! Хорошо. Все, ребят, ГГ. До этого мы играли против любительской команды, ну а сейчас будет самая настоящая профессиональная. И кроме этого, они считаются топ-1 в женском CSGO, Nigma Galaxy. Мы ожидали сложную игру, так и оказалось, мы не фанились, играли на полном серьезе, это настоящий был прак. Я поменял аватарку на Хантера, поставил его никнейм и закрыл профиль Steam. Никто ничего не подозревал, и я начал играть. Пойдемте 3B стартанем, я с вами, да. Я за плантом, может на Эдвард пройти. Я на Эдвард буду играть, на Эдвард здесь сижу, в крысу. Бейзик? Один в зиге, бомба в зиге. Это я убил! Хорош! Бомба в зиге, с чего? Хорош, жди, да. Топ-ми, жди, топ-ми, жди. Артём, я не могу. Топ-ми, убил. Зиклас! Хорошо. Я зашла в ладер. Помогаю. Найс! Жёстко. Топ-ми, рамбуз. Я здесь хотел. Я не репика. Бэй, не вижу никого. Топ-ми остался. Я две пули. Смакни. Нет, топ-ми убил, топ-ми убил. Смакни. Найс! Я майк. Я на стерс выхожу. Межу, видите. КТ, КТ. Тетрис. Прямо сейчас КТ. Все, ласт Тетрис, либо яма. Найс! Ля, Б тим командир. Есть флешки Б, флешки Б. Где, 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 машина? Эдвард. Ты убил? И машина, машина. Бада машина, бада. Я шорта бил. Очень лоу ХБ в апарт. Еще бадам. Еще один. А, я понял. Слева тебя. Найс, кейсель! Артём, сейчас заберу яму. Апарты не вижу, Б. Б чисто. Я пушу Б. Б пуст абсолютно. У меня, у меня. Я его не видел. Потом, 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 потом один на выходе. Нееееее! Яма, 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 два. Я уничтожаю репутацию Хантера. Убил топ ми, топ ми, топ ми. Ай, вышел. Я не редал, я хотел до ямы дойти за спиной, типа, ее шаги. Хорошо, пимп. Бэдом, 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 бэдом. Ай, фоу! Гениальная игра. Лизик, конкретно. Я по двух убил. Два мидл. Давай пробовать больт, я КТ поберу. Вижу. Я никого не вижу. Ну, я играть сейчас буду. На стерсе, может быть, стерс проверил, да. Никого. Да, подушки. Походу, да. Походу, через подвал все были. Здесь хп, вот здесь хп. Хорош. Дефе, дефе, дефе. Какой ужас. Че я увидел, блядь? Ладно, хорош, Хантер, Кирюх. Хантер, хорош. Это уверенно было, блядь, я бы так не делал никогда в жизни. Это пиздец, блядь. Да.
Не, 90 на ход сидит. А, 90. Стало. А, я настрой, я настрой. А, 50 хп был, забей. Походу, стоп на красный. Красный снизу, с вами. Рык умирает. Форест, сайт, третий не знаю. Родну съел. Что-то, может, придумаем прикольное? Может, так Б просто пойдем? Придите затеров фаст каждый раунд на... Не, кажется, на вторая часть ролика. Вторая часть ролика. Куда, куда? Ну чё? Прочитал, бля. Ой, как прочитано, как учебник. Аккуратнее мид. Один на топ миде был. Дефолт авик. Просто мидл ставим. Опорник в ТЛБ есть бум. Я готов. Делать. Давай, я сейчас мне рамбу ставлю, выходи. Как нам просыпаешь? Окно справа, окно справа. И андер. Андер, окно справа. Пони право. Андер и окно. Карах, карах. Звук. Где на Б, где на Б? Справа стоит, вот тут. Ну была справа, кинула смок, я не вижу. Я не могу голову нашить, ну, может быть нет. Убил. Хорош. Под коврами еще. Здорово, зашел. Под коврами еще. У тебя под коврами. Убил ковры. Под коврами. 3 в 3. О, 4 в 3. 4 в 3. КТ икон. Авик КТ. Все, ласт авик КТ. Анна. Один в один. Бля, если я не увидел. А сейчас можем сделать фулл раз КТ? Давай, давай, можем. Джангл дашь? Да. Окей. Так, флешку даю вам, фонарь. В рюмо лик дал. Здесь близко, слева! Давай, враг нет. Прикрыл, прикрыл! Под кон тоже девайс играет. Флешку дал, отклонул. Раз, два. Она справа, она не шла. Да. Молодцы. Ака у него, ака у него. Давай, а, можем то же самое сделать? Давай, давай. Там их ты зацепим, или потом дашь фаер. Пушит, двое пушит, двое пушит. Это эко, это эко. Давайте соло раскину. Я могу соло раскинуть, да. Если у меня две гранаты. Мы можем фейс делать, вот, то, что делали. Короче, я пойду соло раскину. Идите 3 мидл, а ФК только стойте, потом побежите. Джангл, джангл видел. Зеки справа стоит. Стой, 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 стой. Хорошо, еще попору вроде. Помочь бы дам. Убили. Так, шорт последний, кидаю флеш, убиваю. Играет, 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 пистолет. Эдвард. Сука. А я сейвлю, я сейвлю. Давай, давай. Двое, двое. Я катаюсь. Рек. Полку. Найс. Может раскидку я сделаем опять, они пушат ее. Давай, давай, гоу. Они всегда что дают. Петранчик кинем. Они именно мне кинули сюда. Понял. Я спавню флешки от фонаря. Яма упор. Опа, яма упор. Походу как упал. Молик упал. У ямы, а яма. Здесь! С авиком здесь! Что это такое? Мидл! Ноги под коном справа. Сейчас Вадим убьет. Я попал! Порвал кон. Найс. Дангл убил? Вроде там же, не? Я убил КТ. Найс. Реально, походу, хантер. Ебать, так научился просто. Даже Сайка в голову попадает. Смотрите, кто-то есть. Прямо распик в упор нет. Ну реально. Убил Апеллос. За фаером, за фаером. Хорош, Эрик! Работаем. И джангл, джангл. На крипте стоит слева. Убили. Питаю, питаю. И Б порник сидит. Стоит до сих пор. Нету КТ, нет, фул КТ не видел. Найс! Хорош. Давайте какой-то раунд сделаем сейчас. Да, давайте снова раскидку. Да, о, давайте, давайте фул раскид, а фул абсолютно. И уйдем на бой, пожалуйста. Пип, ты останешься. Я ради. Кидай джангл, давайте. Летим. Летим на бой, летим! Огурцы заходят на бой, блядь. Не, два. Тактика огурцов, еще кичат. Два, два, два. Еще ноутскоп! Ноутскоп, подождите, подождите, ноутскоп дам, подожди, пыль. Ладно, все, ГГ. Жестко. Ну хорошо, 29. С таким счетом Олег проиграл вот недавно. Имбрак, поэтому. Вот и мы узнали его еще. Все, ребят, спасибо большое огромное. Спасибо тебе, Эрик. Пацанский, давай.
Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если это так, то не забудь поставить лайк. Ну а я тебе сейчас советую посмотреть мой другой материал, который был про то, что мы повторяли один и тот же раунд на протяжении всей игры на карте The Mirage. Ну а следующим роликом на канале будет то же самое, только на карте Dust 2. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить. С тобой был я, Эрик Шоков, и до следующего ролика. Пока.